Будь здорова. Доброе утро. Интересно, почему у меня включается перископ, а во второй раз не включается ничего. Смотри. Ничего? Не включается ничего. Странно, я не знаю. Может, кто-нибудь нам поможет, что-нибудь ответит. Я не знаю. Так. Саня, где аппаратура? Аппаратура здесь. Только я не понимаю, почему у нас ничего не работает. Да. Только у нас не идет. О! Леня, привет! Я не знаю, у меня почему-то не идет ни один вопрос и ни один ответ. Что делать? Ни одно сердечко не капает. Все норм? О, пошли сердечки. Ну это, наверное, твои сердечки пошли. Я просто первый раз в жизни вижу, что, может быть, у меня изолированная трансляция, она только на тебя идет. Ну что, давай, работаем. Розовые. Что-то странно как-то. Причем уже третий день я не могу выйти в перископ. Леня один за всех нам сердечки ставит. Ну что? Ага, только не довела. Работаем. Ножки, прогиб. Короче, Ленька, у тебя индивидуальная. Индивидуальный перископ. Работаем на 10 повторений. Это третье. Ага, мне пишут, что я ограничу людей, которые могут мне писать. Так, понял. Ладно, сейчас постараемся изменить это.